Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот, наконец-таки, состоялся релиз очередной книги по серии Diablo. Это «Королевство теней». Ее уже можно приобретать на книжных прилавках вашего города, ну или же непосредственно у издателя IST через сайт. Эта книга очень крутая, я ее уже начал читать, и по рейтингу она даже опережает трилогию «Войны греха». Если учесть, что у нее тот же автор, это Ричард Кнак, который написал как трилогию «Войны греха», так и «Луну паука», иные произведения, но также «Королевство теней». И, хоть я прочитал относительно немного, почерк автора узнаваем. Читается классно, самое главное легко и приятно, потому что мне приятна тема лора. И кому из вас тема лора тоже интересна, я советую эту книгу тоже прочитать. Как вы ее получите, не столь важно. Электронный вариант, бумажный вариант, как хотите. Но если вам тема лора интересна, советую. Потому что до этого времени «Королевство тени» было практически никак не приобрести. Потому что предыдущее издание тиражировалось очень-очень много лет назад. И если можно было какие-то образцы приобрести, то только через аукционы. Ну или у кого-то с рук. Но кто хотел почитать бумажный вариант, теперь у вас есть такая возможность. Так что если интересно, действуйте. Что же касается истории, которая здесь поднимается, она крутится вокруг тайного города Урих. Но этот город известен тем, что, во-первых, он является связующим звеном между Санктуарием и Небесами. Но самое главное считается, что раз в 2000 лет этот город могут найти обитатели Санктуария и тем самым отыскать несметное богатство. Так вот, за этими богатствами отправляются наши новые герои, как новые, так и уже знакомые по другим книгам. И при этом на себе они в полной мере ощутят поговорку, что халявный сыр бывает только в мышеловке. Мышеловке-ловушке, в которую они, собственно говоря, и отправляются. Когда, кто, почему, зачем? Все эти ответы вы найдете на страницах книги «Diablo. Королевство тени». Ну а на этом моменте я ролик буду заканчивать. Читали вы эту книгу, не читали? В общем, все ваши мысли оставляйте в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и читайте только интересные произведения. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!